Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Полпред рекомендовал кировским властям озаботиться инвест-климатом. Об этом Игорь Комаров заявил на совещании с кировскими чиновниками на минувшей неделе. По мнению полпреда, принципиально важным является не количество мер поддержки, а то, насколько ощутима и доступна она конкретным предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, по мнению Комарова, необходимо поддержать занятость и доходы людей. В мэрии Кирова уже несколько лет пытаются систематизировать работу с инвестициями. Еще предыдущий сити-менеджер Илья Шульгин сменил несколько потенциальных замов по инвестициям, так и не получив результатов. Нынешний глава администрации Дмитрий Осипов в феврале назначил ответственным за экономическое развитие города бывшего начальника страховой компании Евгения Рыбникова. Программа «Экономика». В Кирове жильцы дома получили федеральные миллионы на капремонт. 3,5 миллиона рублей выделил фонд содействия реформированию ЖКХ дому на Сутырина 3 на энергоэффективный капремонт. Этим механизмом могут пользоваться дома, где есть общедомовые счетчики тепла и электричества, за исключением домов младше 5 лет и старше 60, а также аварийных. Жильцы дома на Сутырина представили расчеты возможной экономии расходов на ЖКХ. Получилось 3,5 миллиона за год, это почти 42%. Такую сумму и выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. Еще 700 тысяч – это средства жильцов. В доме на эти деньги поставили автоматику по управлению отоплением, теплозащиту перекрытий над подвалом, новые окна и двери в подъездах, лампы накаливания заменили на светодиодные. В ближайшее время подобные ремонты хотят провести в Кирове еще в двух домах. Экономика на 101 FM. Малоимущим семьям государство будет оплачивать аренду квартиры. Разработать механизмы собираются в областном правительстве, чтобы исполнить соответствующее поручение президента. В 5 регионах государство таким семьям выделяет деньги на аренду квартир от 500 рублей до 15 тысяч. Также возможен вариант предоставления квартир в аренду. Сейчас чиновники областного правительства собираются посчитать, скольким семьям нужна поддержка с жильем на период нахождения в очереди, и проработать механизм компенсации. Также определять территории, где такой проект запустят в пилотном режиме. Экономика. В завершение о валютах на сегодня: доллар 75.70, евро 88.88. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.